Ну, мы из города Санкт-Петербурга. Компания называется у нас Triumph Audio. Собственно, на этом рынке мы уже, наверное, ну, не конкретно наша компания, а ребята, которые в ней работают уже, наверное, лет 15. И с компанией ММС достаточно давно сотрудничаем. И любим, продукцию их любим. Специализация, да, хай-фай, кино, управление, ну, собственно, то, чем занимается компания ММС. Инсталляция, розница как бы ушла на второй план. Проекты, ведутся проекты. Да. Стерео очень много винила. Конечно, очередь не стоит, но тем не менее. Не, проекты есть, ведутся. Не сидим на месте, скажем так. Да. Очень кардинально сильно поменялась акустика, на мой взгляд, за последние, как бы там, наверное, года 4. Вот. Ну, очень сильно в лучшую сторону по звуку, по внешнему виду, по модельному ряду, по, опять-таки, мультирумным решениям. Тот же самый праймер, то же самое. То есть, ну, то есть это бренды, которые смотрят на рынок и тут же дают, как бы, подстраиваются под, да, рынок, да, то под есть, рынок. На любой вопрос получаем технически грамотный, хороший ответ. Вот это является большим плюсом. Ну, в принципе, сейчас, мне кажется, по-другому нельзя. Ну, это обучение. То есть это, эти инвестиции, они нужны. Почему? Потому что ты должен быть на рынке всегда в тренде, назовем это так. Да? Подкованным. Знать новинки, знать вещи, которые выпускаются, знать, какую продукцию выпускает компания, да, а где ты ее можешь получить, только у представителей непосредственно.